Да? Коллеги, добрый день. Конец рабочего дня, все устали, но я считаю, что, наверное, наша сегодняшняя панель будет самой интересной, потому что у нас реальные кейсы, реальные компании, которые работают на рынке, которые предлагают свой риск инвесторам. И сегодняшняя наша панель называется... Пожалуйста, все спикеры, займите ваши места и пристегнитесь ремнями. Да. Наша сегодняшняя панель называется «Эмитенты апгрейд российского рынка». Апгрейд можно рассматривать в двух случаях, ну, в смысле, в двух смыслах. Во-первых, это и реальный апгрейд, то есть, как мы говорили, кинотеатр повторного фильма дополняется новыми блокбастерами, и у нас на рынок выходят новые компании, и второе, компании выходят и нового качества, то есть на рынке появляются новые бизнесы, которые могли бы быть интересны. Я представлю сегодня сегодняшних наших спикеров на панели. Это Владислав Аншаков, IR-директор группы «Астра». Владислав. Это Алексей Панфилов, президент компании «Гарант Инвест». Алексей. Это Алексей Лазутин, генеральный директор компании «Мосгорломбард». Лицо Сибанда. Да, будете продолжать в этом году также утюжить Сибандовая конференция, отлично. Это Екатерина Климова, корпоративный секретарь компании ПАО «Евротранс». Это Олег Безумов, финансовый директор компании «Все инструменты». Сергей Масюк, генеральный директор компании «Арген Биотек». Юрий Мариничев, наверное, первый раз вы видите этого человека, наверное, не знаете его, но я вам представлю, это директор по связям с инвесторами компании «ПАО Позитив». И Александр Ефремов, генеральный директор компании «Промомед». Начну я с того, что, на мой взгляд, да, я Наталья Логинова, я директор департамента по работе с эмитентами. Это те эмитенты, с которыми и не только с которыми работает Московская биржа. Мы говорим про рынок IPO, бум рынка. Или нормальное эволюционное развитие рынка, и все нормально, рынок идет своими шагами, растет, развивается, все нормально, все в порядке. Но одно я могу сказать точно, что IPO в России – это сейчас явление, как я говорю, наконец-то IPO для всех его заслуживающих. А роскошь, раньше выйти на рынок IPO – это была роскошь, наконец-то это стало роскошью, которая стала доступна, но при этом она не перестала быть роскошью. Выйти на рынок может не каждая компания, но та компания, которая вышла на рынок, наверное, заслуживает того, чтобы на нее посмотрели, ее поизучали, позадавали ей вопросы. Хотите, помойте ей косточки, пожалуйста, если время будет, помоем. Вот. Но почему это роскошь? Ну, на мой взгляд, я для себя вывела несколько тезисов. Малоизвестная в широких кругах компания становится узнаваемой и получает маркетинговые преимущества. Успешный высокотехнологичный бизнес получает рыночную оценку, а также ликвидный актив для M&A. А компания, у которой амбициозные планы роста, она может выйти к источнику новых денег, и она может управлять этим источником, если, конечно, умеет. Для private equity инвесторов, такие в России тоже есть, появляется новый экзит. Ну, не просто следующий M&A, а новый экзит. И, наконец-то, у рынка M&A появился достойный конкурент. Ну, а что может быть лучше живительной конкуренции? Поэтому я считаю, что рынок IPO может развиваться и будет развиваться. И в присутствии наших компаний давайте поговорим, кто решил воспользоваться этими новыми возможностями, получить доступ к той самой, как это, affordable luxury, к роскоши, которая стала доступна. И поговорим с пионерами новой волны развития российского рынка. Сегодня формат нашей дискуссии, простите меня, это будет, наверное, такой спид-дейтинг. В общем, не знаю, есть опыт у кого-то или нет, но придется попробовать сейчас на панели. У нас 8 очень хороших компаний. Начну я с компании, которая идет классическим, стандартным путем эмитента. Сначала компания выходит на IPO, потом спустя недолгое время делает SPO, целится
в новый, более высокий уровень котировальных списков, чтобы попасть в индексы? Это вопрос к Владиславу Аншакову. Владислав, вы здесь с нами? Да, Наталья, спасибо. Ну, зачем вопрос, зачем вам на IPO? Да, и если вышли, то почему сразу не пошли в первый КС? Какая у вас вообще стратегия, вот, ну, судя по тому, что у вас движение IPO, SPO, динамика, какая, в принципе, стратегия выхода на фондовый рынок и пребывания там? На самом деле, поскольку мы ранее обсуждали примерно те тезисы, которые хотели бы затронуть на этой дискуссии, я это положил в презентацию, но повторю, да, то есть как бы мы приняли решение выходить на биржу, наверное, получается, два с половиной года назад. И ключевым тезисом, который стоял перед нами при выходе на биржу, это, соответственно, статус публичности, который позволит реализовать программу мотивации персонала. В нашем случае это был первый этап, когда мы, скажем так, поделились акциями с нашими сотрудниками, да, в ходе IPO. И сейчас реализуем второй этап программы мотивации уже из квазиказначейского пакета, который выделили. Это долгосрочная программа мотивации. Соответственно, Наталья, как вы правильно ранее упомянули, компания, которая получает публичный статус, она получает большую известность на рынке, больше доверия. Соответственно, это второй ключевой фактор, который позволил нам, не позволил, а, скажем так, который мы видим уже сейчас, спустя полгода после размещения, как с нами работают заказчики, наши партнеры, в том числе сотрудники новые. Это позволяет нам привлекать новых сотрудников в условиях дефицита кадров, причем не только IT-специалистов, но и всего широкого профиля специалистов. И, соответственно, третий ключевой тезис, да, – это валюта для M&A. Наверное, сегодняшний день еще не было реализовано в полной мере вот эта вот третья цель и идея. Но я думаю, что через какое-то время, с учетом нашего пайплайна сделок, мы увидим такую форму взаиморасчета и как минимум оценку будущих M&A таргетов с помощью там, нашего пакета, да, и наших бумаг, которые сейчас есть в рамках квазиказначейского пакета. Наталья, а мы презентацию каким образом покажем, как вы считаете? Как у нас было? Ну, я считаю, что вы показываете презентацию, рассказываете про себя, потому давайте, что меня интересует, почему вы сразу в первый КС не пошли. А я вам чуть дальше расскажу. Давайте пару слов расскажу про Астру. Может быть, не слышали про нас. На самом деле, мы являемся разработчиком российского стека инфраструктурного ПО, в основе которого лежит операционная система Astra Linux с собственными средствами защиты информации. В нашем портфеле продуктов больше 21 продукта. Часть из них, 21 продукт уже в рынке, еще 4 в этом году мы планируем вывести на рынок. Наша доля на рынке операционных систем 76% по данным последнего исследования Strategy Partners, которое месяц назад вышло. Сейчас мы ждем обновления отчета всего рынка инфраструктурного ПО, и, соответственно, в прошлом году мы практически четверть занимали всего этого рынка. Что касается финансовых показателей, в этом году, то бишь в 2023, мы выросли на 76% по выручке, показали рентабельность 44%, то есть мы компания роста и с высоким уровнем рентабельности, мы еще и дивиденды планируем платить, то есть, в общем, стараемся соответствовать всем лучшим практикам публичного российского рынка. И, соответственно, сама EBITDA, вот 4,2 миллиарда здесь указано на слайде, стремимся максимизировать этот показатель, который позволит нам инвестировать и в развитие новых продуктов, и в персонал, и в целом развитие бизнеса. И сейчас я как раз расскажу немного, как мы пришли к самому размещению. То есть 2017 год была сравнительно небольшая компания с выручкой 278 миллионов рублей. На момент размещения это уже было 6,5 практически миллиардов. Да, и уже четверть этой выручки практически приходилось на продукты экосистемы. Да? То есть это не только операционная система Astra Linux, но и другие продукты, которые были в нашем портфеле. И те, которые мы сами разработали, и те, которые мы приобрели в рамках M&A. И вот вы видите, по 2030 году доля этих продуктов растет, и мы уже перешагнули цифру в 11 миллиардов. Да? То есть мы выросли в 40 раз за, соответственно, 6 лет. Я считаю, что это классный показатель, и он достоин публичности. И как бы тоже посчитали акционеры, но они посчитали, что, наверное, сейчас с такими темпами роста размещать большой пакет
первый котировальный список и целиться в индекс Мосбиржи, да, по состоянию на осень, было, наверное, ну, немножко неправильно, потому что был еще сентимент на рынке такой, что непонятно, сколько можно разместить, какой пакет, какой free float, да, потому что там, когда мы готовили сделку, мы не понимали, можно ли будет выходить с 5% free float. Слава богу, такая возможность появилась, мы ее реализовали. Дали, мне кажется, отличную возможность заработать всем инвесторам. Может быть, локация не всех устроила, но тем не менее. Соответственно, чуть-чуть про IPO. Я уже много раз про это рассказывал. Мы были одной из первых сделок на рынке, соответственно, после февраля 2022 года. Когда мы начинали делать сделку, мы думали, что максимум объем будет 1-1,5 миллиарда. Банкиры говорили, что вы не соберете. В общем, нужно будет постараться. Но в итоге получился спрос там больше 80 миллиардов. И раз уж мы на конференции институциональных инвесторов, мы получили индикации свыше там, 23, мне кажется, миллиардов со стороны институциональных инвесторов. Да, наверное, кто-то скажет, это может быть инфлировано, не инфлировано. Но мы эти цифры увидели, и там сумасшедший спрос. Он был реализован в сентябре. Да, результатом, соответственно, стала маленькая аллокация. Что сейчас мы видим по другим сделкам, но тем не менее. Надеюсь, будущие эмитенты будут принимать это во внимание и проживать свой опыт. Соответственно, как я уже ранее говорил, все три наши цели сделки приведены здесь, и наша капитализация уже сейчас больше 130 миллиардов, хотя мы уходили там, 69,9, да, то есть 87% наши инвесторы уже заработали to date. Вот. На самом деле мы видели высокую достаточно ликвидность для той бумаги и для того объема, который мы разместили. Мы видели и общались с рядом институциональных инвесторов после размещения и видели потребность в увеличении пакетов, да, тех, которые они, соответственно, получили. И, наверное, в феврале, может быть, в январе очень многие звонили, спрашивали, как бы, коллеги, а может быть, у вас там локап заканчивается, у вас какие-то программы будут, может, вы как-то там… В общем, был неудовлетворенный спрос со стороны институциональных инвесторов, ну и со стороны физических лиц, естественно, тоже. Соответственно, мы провели день инвестора, провели NDR, так называемые, встречи с институциональными инвесторами, и поняли, что действительно есть достаточно высокий спрос на нашу бумагу. Понятное дело, вопрос оценки. И это, наверное, уже дальнейшее, как бы, в дальнейшем помогало там, акционерам принимать решение, каким путем двигаться со следующей сделкой. Да, про следующую сделку – это, соответственно, SPO. Сделку мы провели в апреле, практически сразу после локапа. Мы провели встречу как с институциональными инвесторами, получили индикатив, поняли, что как бы, да, нужно двигаться. Но механизм сегодняшнего проведения SPO не позволяет тебе, наверное, обсуждать какую-то цену заранее, да, потому что рынок, он в Африке рынок, и он может там очень сильно повлиять на цену бумаги, что мы как раз в нашем кейсе видели с помощью различных телеграм-каналов. Вот, по итогам размещения SPO, да, наш free float достиг 15%, и цель SPO была как раз попадание в первый котировальный список и индекс Мосбиржи. Соответственно, что это позволит расширить пул инвесторов. Да, мы надеемся там, в течение этого года получить заветные вот эти две цели реализовать. Вот. Хотел бы пару слов про SPO рассказать. Мы там про цифры, наверное, никогда особо не говорили, но мы собрали буквально, наверное, за полтора дня 35 миллиардов рублей при сделке в 11,6. И всю книгу покрыли спросом со стороны институциональных инвесторов. И, как вы видите, аллокацию институциональные инвесторы получили достаточно большую, в пропорции 60-40% с розницей. Мы провели первое SPO вот в новой реальности, да, именно компании, которая уже вышла после февраля 2022 года. И у нас была достаточно необычная конфигурация сделки, при которой мы не предлагали опцион, мы предложили дисконт, но не сразу, без нижнего диапазона, то есть чтобы не было какого-то давления на бумагу. И, соответственно, вы можете видеть на графике, как, собственно, происходило сама сделка и как мы устанавливали различные ценовые индикации. Соответственно, основной спрос был привлечен, естественно, там последний день.
ну, как бы индикации со стороны институциональных инвесторов мы получили уже после там, переговоров и приняли решение там, о цене 555 рублей. Наша финальная книга, соответственно, состояла из больше, чем 20 имен. Мне кажется, это очень круто. Мне кажется, рынок восстанавливается в каком-то виде. Мы видим спрос со стороны институциональных инвесторов, мы видим постоянное общение. Ну, то есть, мне кажется, это очень здорово. Мы готовы, мы открыты к, скажем так, к взаимодействию всегда со всеми, скажем так, инвесторами, стейкхолдерами. Поэтому, наверное, вот для нас важно было пройти этот путь. И, слава богу, наш старший акционер позволил нам реализовать эту возможность и продал 10% пакет. Это все был кэш-аут, то есть мы кэш-ин не предполагали, у нас практически нулевой чистый долг. Соответственно, по итогам нашего дня инвестора, да, нашей стратегии, мы заявили, что мы планируем в рамках программы мотивации для топ-менеджмента реализовать программу трехкратного роста чистой прибыли за 2 года, и мы будем работать над этим активно. И активно сейчас работаем как раз над первым котировальным списком и индексом Мосбиржи. Отлично, спасибо. А можно вопрос с учетом вашего опыта по проведению SPO? А думаете ли вы, что когда-нибудь у нас будет возможно ускоренное проведение вот SPO, там не за 1,5 дня, а собирать книгу, особенно с учетом того, что основной спрос вы собрали с институциональных инвесторов? В принципе, это не розница, да, это всего 20 имен, там, условно, с каждым можно поговорить в течение там 2 часов, если синдикат банков, чтобы не было вот этого давления на вторичный рынок. Мне кажется, это ограничено юридическими моментами сейчас на российском рынке, потому что раньше, когда проводились SPO, такая процедура волкроссинга была достаточно понятная. То есть сейчас, наверное, пока непонятно, как это реализовывать, как регулятор, как все участники рынка будут вот работать над этим, наверное, от этого зависит. Поэтому мы не нашли никаких механизмов, да, которые позволили бы сделать такое размещение. С другой стороны, кажется, что на сегодняшнем рынке все равно должен присутствовать инвестор, физическое лицо. Да? Ты не можешь реализовать весь пакет и при этом как бы не дать аллокацию физическим лицам. Поэтому, наверное, в ближайшее время будет какой-то симбиоз, и сроки сделок IPO и SPO, они будут значительно меньше, я надеюсь, да, чтобы не возникало вот этого вот перегрева. Ну или там ограничение коротких продаж, чтобы не было давления на вниз, да? Ну, это тоже, на самом деле, вопрос как бы это биржа, я так понимаю, все вот эти моменты регулирует, и вот эти, скажем так, ставки риска, это все-таки не в нашей компетенции. Мы, к сожалению, с этим или к счастью ничего не можем поделать. Поэтому мы действуем из тех возможностей. Слава богу, у нас все возможности сегодня для эмитентов есть. И вот мы общались с регуляторами, нас спрашивали, как все прошло в рамках IPO. Мне кажется, исключительно. Да? То есть у нас сегодня действительно у эмитентов есть все возможности проводить такие сделки, а все остальные моменты, они просто настроятся рано или поздно, и, как бы, и рынок это показывает. Отлично. Следующий вопрос я бы хотела поговорить. У нас, ну, Сибонс начинался как облигационная конференция, и у нас есть, и многие эмитенты у нас проходят путь облигации. И вот у нас среди нас есть, как я называю, визионер на рынке облигаций. Почему визионер? Потому что чем мне нравится этот эмитент, это компания, которая даже несмотря на отсутствие каких-то институциональных рамок, все равно принимает решение выходить на рынок первой в чем-то. Ну, я в частности говорю о Garant Invest, о компании, которая решила выпустить зеленые облигации, вот out of the blue, вот что называется. Хочу показать себя с этой стороны. И на самом деле мы очень благодарны, ну, мы как Московская биржа благодарны таким эмитентам, потому что они двигают рынок, а рынок устойчивых финансов – это тоже важная часть конфигурации всей, ну, всей инфраструктуры. Но в данном случае мы не про облигации и не про зеленку, а я хотела спросить Алексея Панфилова, президента ФПК «Гарант Инвест». Алексей, вы активный эмитент облигации. Можете поделиться вашей стратегией, как вы вообще в принципе управляете своим капиталом в компании? Вот, ну, потому что облигация – облигация, а есть ли какие-то другие компоненты, будете ли вы рассматривать и другие источники капитала? Если да,
то в какой форме. Ну и что меня интересует, это коммерческая недвижимость вообще. Двумя панелями ранее люди как-то стали аккуратно говорить про торговые комплексы. Может быть, вы что-то скажете обратное про это? Спасибо, спасибо, Наталья. Поверьте, очень лестно, очень приятно слышать слова визионера от руководителя Московской биржи. Действительно, мы тоже вас очень благодарим за поддержку всех наших начинаний. И мы продолжаем. Собственно говоря, я всего 4 слайда, но именно по тому, что вы спросили. Ну, прежде всего, наверное, про стратегию управления капиталом. Не буду, конечно, рассказывать про всю стратегию в течение 30 лет. Гарант Инвеста пошел 31 год. Наверное, такая эволюционная действительно развитие фондирования от из 90-х годов, от каких-то небольших частных инвестиций, собственно говоря, даже, я бы сказал, студенческой стипендии. Да, вот с тех времен мы начинали, ну, стипендия была повышенная, 100 рублей, вот, в принципе, можно было начинать уже бизнес. Ну и потихоньку-потихоньку, естественно, мы развивались все-таки на заемные средства, потому что, ну, честно говоря, стипендии явно не хватало для того, чтобы серьезно развиваться. Поэтому от таких небольших частных инвестиций банковского кредитования мы эволюционно пришли к фондовому рынку. И ведем трансформацию в публичную компанию. Когда нас спрашивают, ну, может быть, мы все 30 лет ведем трансформацию в публичную компанию, может быть, последние там 7 лет пока на бирже, ну, или, может, последние прямо несколько месяцев очень активно. Поэтому, конечно, активность на фондовом рынке у нас была тоже классическая, с облигаций. 15 выпусков сделано, в том числе 2 зеленых, которые погашены. Общая сумма размещений 24,5 миллиарда, 19,5 миллиардов погашено. По состоянию на позавчера 4 выпуска на бирже московской торгуются. И мы, наверное, вот действительно экспериментировали всегда с разными выпусками облигаций. Обычные, зеленые, с амортизацией, с валютной офертой, с офертой досрочного погашения, чтобы действительно более так глубоко чувствовать нашего инвестора, глубоко чувствовать, что же, какие же тренды и какие основные потребности у инвесторов. Их более 20 тысяч на сегодняшний день у нас, 80% объема сегодня это частные инвесторы. Ну и вообще основные цели наших выпусков, несмотря на их разнообразие, это был такой вот рефинанс и рост, примерно 50 на 50. И вчера мы начали размещение нового выпуска на облигации, это 16-й по счету, с новой целью, с целью замещения банковских кредитов. Сейчас я о них еще скажу. Ну, а если брать приоритеты, конечно, стратегии управления капитала, то пока на первом месте вот стоят облигации, дальше все-таки это equity, IPO, SPO. Если говорить про ZPIF, мы исторически к этому тяготеем. Напомню, что Гарант Инвест сделал второй в истории ZPIF недвижимости в России в далеком 2005 году. И, собственно говоря, поэтому, конечно, мы за ZPIF и за то, чтобы они стали наконец-то биржевыми, они стали биржевыми, это очень важно. Я бы сказал, что банковские кредиты, которые раньше были на первом месте, у нас сегодня в приоритетах ушли на третье место. И, наверное, только если ключевая уйдет ниже 10%, тогда мы вернемся к банковскому кредитованию. И вот наш такой посыл, это действительно, что идет трансформация фондирования девелопмента коммерческой недвижимости, прежде всего из-за, конечно, и ключевой ставки, и всех, скажем так, спредов. Если посмотреть вот на этот график, где отражена наша ставка купона с 2017 года и соотношение к ставке Центрального банка и ставке по кредитам, которые у нас плавающие, которые, естественно, имеют тоже свой спред, то мы видим, что вот с 2017 года вот до, по сути, прошлой осени, да, вот до октября 2023 года, мы видим, вот, что ставки, ну даже до августа, вот зелененькая, да, ставки по кредитам были всегда нам выгоднее, чем облигации. Вот с конца августа это уже уравнялось с нашей ставкой купона, да, вот зелененькой линией видно, что она ушла за гистограммки, где ставка купона сегодня у нас выгоднее. Это вот впервые за столько лет. На самом деле, не только у нас, это у всех девелоперов коммерческой недвижимости. Я бы, наверное, сказал, что, возможно, за счет вот такого графика мы увидим большее количество эмитентов коммерческой недвижимости на бирже в ближайшие годы.
Ну и действительно наша стратегия – это смена банковских кредитов с плавающей ставкой, которая сегодня все-таки на строительной фазе – это плюс там, 3-4, может быть, даже 4,5% от ключа. И, соответственно, на стадии уже там рефинансирования это где-то там ключ плюс 1,5. Мы четко идем в стратегию уравнивания долей облигаций и кредитов, то есть увеличение однозначно активности гарант-инвеста на фондовом рынке. И, собственно, наверное, уже в конце этого, в начале следующего года будем иметь 50 на 50. Ну и, конечно, это equity. Да, целью IPO, SPO является для нас фондирование развития. Недвижимость капиталоемкий бизнес, туда достаточно много миллиардов надо вкладывать, даже небольшие объекты. Это все-таки deleverage strategy и монетизация оценки недвижимости, когда ты ее не продаешь, а сдаешь в аренду, а и сделал добавленную стоимость в объектах, а ее никак невозможно монетизировать. Собственно говоря, хоть у нас сегодня не облигационный конгресс, но я на двух словах скажу о новом выпуске облигаций, который впервые у нас не увеличит нам долговую нагрузку. Это первый раз, когда мы делаем выпуск облигаций, где долг не увеличится. Да, мы меняем долг на долг, мы заместим банковские кредиты досрочно. Банки об этом еще не знают. Вот мы вчера начали выпускать, значит, буквально через неделю, через две мы удивим ряд банков, которые в кредиты до 27-го, до 28-го года высвободим из-под залога более половины объектов, что очень важно из нашего портфеля с точки зрения и потом дальнейшей продажи акций. Ну вот, и, конечно, уйдем от всевозможных ковенант, навязанных дополнительных банками там, расходов, зарплатных проектов и т.д. и т.п. А если ключ уйдет ниже 10, у нас мы первоклассный заемщик для банков, мы за месяц-полтора придем и получим хорошие деньги всегда под залог наших торговых центров и заместим уже дорогостоящие облигации банковским кредитованием. Это впервые у нас появился такой вот четкий выбор. Либо так, в зависимости от той конъюнктуры, вообще, что будет в мире с ключевыми ставками, ну и в России в том числе. Поэтому такой выпуск действительно интересный. На мой взгляд, для инвесторов это вообще ноль риска, потому что долг не увеличивается. Соответственно, вот к вопросу о том, куда мы инвестируем и что сегодня на рынке коммерческой недвижимости. Я не буду касаться складской недвижимости, офисной. Каждый за свою отрасль будет говорить, что она самая лучшая. Я скажу, что, безусловно, самая выгодная сегодня, если не брать жилую коммерческую недвижимость, это торговая недвижимость, потому что это потребительский рынок, потому что общество потребления никуда не денется. В мегаполисах потребление сумасшедшее. Люди кушают вне дома, ходят в кафешки, рестораны. Вся жизнь проходит вот сегодня действительно в ресторанчиках, в кафешках. Даже с старшим поколением, с родителями уже не на кухне встречаются. Уже встречаются в кафешке рядом с домом, да, и мы это видим даже по нашим центрам. И, собственно говоря, сегодня происходит трансформация и здесь. По сути, мы сегодня называем это не торговые центры, а комьюнити-центры. Это все-таки, и еще раз подчеркну, и сектор коммерческой недвижимости, и потребительский рынок одновременно. Поэтому то, что это называется защитным активом, потому что это и выгодно, и надежно. Драйверами роста является колоссальное строительство жилья, колоссальное строительство транспортной инфраструктуры, особенно, конечно, в Москве, Московской области. И мы видим, насколько есть недостаток, а порой отсутствие торгово-сервисных центров рядом. Потому что стрит-ритейл не может выполнить эти функции. Туда ни супермаркет, ни фитнес, ни полноценный ресторан в принципе невозможно поместить. И, конечно, вот наша цель – это занять доминирующее положение, может быть, даже эксклюзивное, на целый микрорайон, да, построив в самом лучшем месте соответствующий торгово-сервисный объект от 10 до 30 тысяч квадратных метров, полностью обеспечивающий потребности микрорайона, и конкурентов там лет на 50 не будет. Собственно говоря, таких мы 10 планируем центров. Уже летом мы откроем первый, это Вестмолл на западе Москвы, который мы переименовали из многофункционального комплекса в комьюнити-центр. Это впервые будет прямо на фасаде написано «Комьюнити-центр Вестмолл» на улице Лобачевского. И начнем строить в самое ближайшее время подобный центр в Люберцах Московской области, прямо на границе. Вот здесь вот картинка, на границе Москвы и Московской области. Прямо по нашей границе участка, по фасаду проходит граница субъектов федерации.
Вот, у нас есть один вход из Москвы, один из Московской области. Посмотрим, откуда людей будет больше ходить. Ну и самое главное, что из 3 миллиардов инвестиций в этот проект мы уже согласовали с Московской биржей, прошли KYC, новый зеленый выпуск облигаций на 1 миллиард, то есть 1/3 от инвестиций. Это инвестиции в зеленые технологии, это зеленые деньги. И по-прежнему мы продолжаем нашу зеленую тему. Ну и зеленые цвета в Гарант Инвести не тускнеют. Ну, я не специально оделась в такое платье, это случайно. Алексей, так в чем прелесть инвестировать инвестору в коммерческую недвижимость вот в том формате, например, через ваши бумаги? Ну, прелесть, наверное, в следующем, что сегодня все-таки коммерческая недвижимость, торговые центры – достаточно такая высокотехнологичная и сложная отрасль, особенно с точки зрения арендаторов и с учетом уходов иностранных брендов, и с учетом такого традиционного сетевого риска онлайна, электронной торговли. Потому что то, что мы делаем в этих комьюнити-центрах, это супермаркет, это общепит и услуги, это то, что не боится онлайна, это то, что не уходит в онлайн, и то, что надо рядом с домом. И, конечно, многие, там, особенно состоятельные наши инвесторы, имеют свой какой-то стрит-ритейл, маленькие торговые центры, но здесь секрет, наверное, что должен быть, во-первых, профессиональный управляющий, во-вторых, портфельный обязательно игрок, обязательно портфель недвижимости. Если один торговый центр, это будет сложно с арендатором. Если у тебя их там 16, как у нас, это будет совершенно другая история. Вот. И, конечно, это все-таки достаточно хорошая доходность, она вся за 20, за 22 годовых, и плюс, естественно, рост стоимости, то есть вкладывая там 3 миллиарда, мы получаем объект 4,5 миллиарда, помимо рентной доходности, которая еще обеспечивает окупаемость там 5-7 лет, что, собственно говоря, позволяет опять нам строить. И это правильный формат. Небольшой, с хорошими арендаторами, с хорошими арендными ставками. Но здесь должно быть правильное место, правильный размер, правильный формат. Ну, надеюсь, у вас это все есть. И давайте тогда… Окей, спасибо вам большое. Вы ответили действительно на мой вопрос по стратегии управления капиталом. Но уже есть опыт компаний, которые активно прибегали к выпускам облигаций. И… прошли стадию выпуска акции, то есть вышли на рынок IPO, привлекли equity, и хотелось бы получить как-то из первых рук мнение, ну и как она там, жизнь после IPO. Вот. Поэтому хотела задать вопрос Алексею Лазутину, генеральному директору Мосгорломбарда. Да, лицу Сибанда. Алексей, скажите, пожалуйста, с учетом того опыта, который у вас был очень богатый опыт по выпуску облигаций, вы в конце прошлого года разместили, привлекли новые акции, сделка кэшин была. Вот, можете поделиться, в чем отличие опыта размещения у вас конкретно облигаций от акций, и что получилось и что не получилось, поделиться вот, ну, вашим мнением, ну, вкратце. Спасибо большое, Наталья. Спасибо большое Сибонс, всей команде. Мы всегда рады участвовать в этих мероприятиях. И один из тезисов, когда мы готовились как раз вот к этому мероприятию, прозвучало, что, в общем-то, речь может пойти про пионеров нового фондового рынка. И мне очень тезис этот понравился. Я его в заголовок решил вынести, потому что те все потрясения, которые начались, наверное, с 2020 года, объективные, они как бы в том числе и повлияли вот на изменения, в том числе рынка капитала. И эти изменения позволили в том числе выйти нам, как небольшой достаточно компании, на, в общем-то, публичную плоскость. Вот на этом слайде достаточно эмоционально, может быть, в том числе обрисована ситуация, в которой мы находились, в которой мы начали практически. Вот. И здесь также учитывается, вот, что в период пандемии мы начали развитие свое. Вообще ПАО МГКЛ – это группа, да, вкратце в двух словах. Это самый известный бренд – это, конечно же, Мосгорломбард, который в этом году отмечает столетие. Также в группу входит Resale Market. Мы его привезли сегодня с собой сюда, то есть это народные магазины, где можно купить, ну, конечно же, золотые какие-то ювелирные украшения, технику, ликвидную какую-то, телефоны, компьютеры, планшеты и так далее.
И также у нас меховые изделия присутствуют в нашей ассортиментной матрице. Но чем мы отличаемся от остальной розницы, нам еще можно и продать все это дело. Причем продать это можно, в общем-то, как на территории наших офлайн-объектов. У нас в настоящий момент их 109 в Москве и Московской области, так и через Авито. Очень удобно продавать через нас, потому что вы не общаетесь с физическим лицом с той стороны, а мы у вас гарантируем, что выкупим по той цене, по которой, в общем-то, мы поставили тот или иной ну, смартфон, допустим, с планшет или что-то такое. Дальше, соответственно, мы будем идти в регионы с этим предложением. Рынок ресейла набирает обороты очень быстро. Очень интересная тема физического золота. Вот Евгений Градилов на прошлом секции очень хорошо эту тему раскрыл. Ну, собственно говоря, мы тоже покупаем. У нас даже золотомат такой же стоит в виде ломбарда, да, вот, который здесь тоже присутствует. Как только мы найдем возможность регуляторную избавиться от человека, мы эту тему тоже будем тиражировать. Как бы, да? Вот. Но возвращаясь к рынку капитала. Да, да, Наталья? Давайте мы регуляторно будем соблюдать, а избавляться от людей у нас и так не, их не очень много. Давайте их оставим живых. Ну, да, просто если мы говорим о винтинге, то основная идея там это как раз уход от арендной платы и от фонда оплаты труда, что, в общем-то, в рознице примерно 70% от расходов. Я только в этом контексте имел в виду. Вот. Но если, в общем-то, немножко с другой стороны посмотреть, да, на все то, что мы делали, мы сначала пошли по пути коммерческих облигаций, то есть это такой достаточно сложный инструмент, внебиржевой, купить и продать их очень сложно, в общем-то, кто зашел, как правило, держит до конца, 14-16% ставка, в основном пятилетние объемы, все это не вкладывалось в логику, в принципе, рынка фондового, и, но тем не менее мы это дело реализовали, что позволило нам существенно вырасти. Дальше, в общем-то, по эволюции мы зарегистрировали программу биржевых облигаций, и сейчас в обращении находится 5 биржевых выпусков. Соответственно, еще до того, как мы вышли на биржу, мы настроили у себя внутри корпоративное управление, мы получили кредитный рейтинг, но нам это делать было не нужно, но мы понимали, что нам нужно, в общем-то, с разных сторон, чтобы нас, скажем так, протестировали, прошли своеобразный фейс-контроль, наверное, да, соответственно, и получили консолидированную аудиторскую отчетность 2018 года у нас опубличена, она, в принципе, на сайте, можно с ней ознакомиться. Ну и по ходу движения, соответственно, у нас сформировалась некая такая кредитная история уже публичного эмитента, и у нас такой достаточно интересный, на мой взгляд, коктейль получился из выпусков, то есть у нас первый выпуск, допустим, в 2022 году, все помнят, какое время непростое было, мы выпустили под ставку, ключевая ставка плюс 9%. Вот. Есть бумаги там под 16%, под 20%, разные, все это можно посмотреть. Они, в принципе, торгуются, и очень здорово, что сейчас появляются такие фонды IPO, но это немножко попозже. И, в общем-то, сейчас мы для себя понимаем, что мы уже в своей нише понятный такой эмитент, да, с нами уже многие знакомы именно с точки зрения биржевых облигаций, и это позволяет нам в дальнейшем использовать эти инструменты для того, чтобы развиваться дальше. Вот. Что касается с правой стороны колоночка рынка акций, то здесь мы тоже, на самом деле, давно достаточно пытались много всего сделать и провели даже при IPO и выпустили в свое время привилегированные акции, которые сейчас обратно конвертировали, но которые явились, кстати, большая часть этих бумаг, это мотивационная программа для менеджмента, что, в общем-то, тоже очень здорово. И в прошлом году провели как раз вот IPO, привлекли достаточно небольшую сумму для рынка этого, но в то же время мы немного, ну, по нашим
данным мы разместили, то всего 10%, планировали 30% разместить. Об этом сейчас немножко тоже остановлюсь. Но что хотелось бы сказать, что выпуск небиржевых бумаг не дает к истории IPO вообще никаких преимуществ. Да? То есть это совершенно другая история, чем нежели на рынке облигаций. И на текущий момент каждый кейс – это индивидуальный, это бесконечное количество встреч и с биржей, и с регуляторами, и с другими участниками инфраструктуры рынка. И если даже мы провели успешно или неуспешно, допустим, IPO один раз, это не гарантирует, что в дальнейшем может быть позитивный какой-то результат. И, как правило, он даже не приветствуется рынком, потому что происходит некое размытие, в общем-то, действующих акционеров. Вот. Для нас это IPO – это вообще очень такой непростой, скажем так, кейс, особенно для небольших компаний. Но то время, то место и, в общем-то, то, что мы здесь находимся, это как раз говорит о том, что колоссальный потенциал просто у всех наших компаний российский, там, по нашим оценкам, больше, наверное, 10 тысяч есть точно компаний, которые теоретически могут выйти на рынок. И, в общем-то, основные вопросы. Да? Оценка эмитента, инвест-сообщества – это, наверное, самый главный вопрос, который стоит при выходе на IPO. И ответ на него не всегда очевиден. И, в общем-то, но если как бы здесь вот дальше смотреть, да, если взялся, то идти до конца, действительно идти было очень сложно, да, потому что Мосгор, Ломбард, да, Москва, это традиционно не нравится многим другим регионам, а Ломбард не нравится 90% тем, кто не пользуется ломбардами. И, в общем-то, вот этот вот такой симбиоз, очень сложно на самом деле было, но это очень крутой опыт, с другой стороны, который, наверное, позволяет всем другим гораздо проще, да, идти за нами, чем это было у нас. Рыночная стоимость в режиме онлайн, конечно, там очень много всего здесь можно говорить, но это еще и своеобразная такая игра стратегическая в онлайн-режиме. То есть ты, когда просыпаешься, ты сразу смотришь, сколько стоят твои акции. И, в общем-то, действительно, ты мотивирован, и команда мотивирована, потому что у всех эти акции есть, да, и это такая интересная штука сама по себе. Вот. Мы компания небольшая, и у нас сейчас цель, наверное, как раз перехода в следующий этап. Это переход во второй котировальный список. И, в общем-то, недешево все это дело стоит, откровенно говоря, но оно того стоит. И, в общем-то, жизнь после IPO, у меня уже время заканчивается, я здесь не буду долго останавливаться, да, все читать. В принципе, вот мне хотелось бы единственное, что сказать, что на текущий момент, как правило, да, институциональные инвесторы в большей степени не участвуют. Вот у нас не было ни одного институционального инвестора. У нас было примерно 3000 розничных инвесторов. Сейчас несколько десятков тысяч розничных инвесторов, но все-таки на текущий момент их нет. Очень здорово, что Московская биржа организовала индекс вот как раз участников IPO. Это, на наш взгляд, очень крутая история. И вот сегодня говорили, Альфа Капитал, да, там делают фонды. И здесь я, наверное, призывал всех участников задуматься о том, чтобы вот ВДОшную часть тоже сделать. И два слова буквально в конце. Здесь очень много сейчас говорится о различном стимулировании, каких-то налоговых льготах и так далее. Вот я сейчас в рамках «Деловой России» организовал подкомитет по публичным рынкам капитала, и мы сейчас как раз вот смотрим, с чем можно было бы обратиться, в том числе напрямую к руководству страны, чтобы, в общем-то, поднастроить систему, чтобы бум IPO считался там не 15, допустим, или там 20 компаний, а несколько сотен хотя бы в год можно было бы эмитентом выходить. В общем-то, вот я, наверное, здесь большое спасибо за внимание всем скажу. Спасибо. Алексей, спасибо вам большое.
Да, и надо идти параллельными треками. Можно действительно обращаться с инициативами к государству, но, на мой личный взгляд, самое лучшее стимулирование – это, как говорится, high double-digit growth numbers, ну, то есть, короче, высокий темп роста, высокой эффективности, и тогда деньги к вам приедут и без госстимулирования. Надеюсь, что у вас в вашей программе это запрограммировано. Да, Наталья, здесь не идет речь о дополнительном финансировании, здесь больше идет речь про настройку, наверное, систем, потому что здесь государству выгодно как можно больше, допустим, количество публичных компаний, потому что публичные компании платят больше налогов, и никакие деньги им при этом не нужны. Допускаю, но все равно считаю, что чем более доходный бизнес, тем меньше нужно стимулирования для того, чтобы инвесторы потянулись к этому бизнесу, и без всяких подпорок. А продолжая наш диалог, хотела поговорить про то, что на рынок компании выходят по-разному. У нас есть компании, которые выходят и получают очень большой интерес и спрос со стороны институциональных инвесторов. У нас есть компании, которые выходят в розницу и увеличивают кратно число своих розничных инвесторов там, за квартал с момента IPO. Но у нас есть и компании, которые выходят и не так, и не так. Я их называю, хочу поговорить с компанией, которую я назвала чемпион по нестандартному подходу. Боярский на разогреве, оферта на заправках. Минимальное вовлечение инвестбанков. А, собственно говоря, говорю я о компании ПАО «Евротранс», которая в ноябре прошлого года вышла на рынок IPO. И хочу задать вопрос Екатерине Климовой, корпоративному секретарю компании. Насколько, Екатерина, насколько оправдан оказался такой ваш инновационный подход к размещению акций, глядя из сегодняшнего дня, например, с точки зрения ликвидности, динамики цены, работы с инвесторами? То есть, какие конкурентные преимущества есть у этого подхода и на что рынок сейчас должен обращать внимание, глядя на ваш кейс ПАО «Евротранс»? Дорогие коллеги, добрый день. Спасибо вам за стойкость, что вы проявили интерес к нашей сессии. Начну, позвольте, со слов благодарности Сибонс за прекрасную организацию мероприятий и всему коллективу. Собственно, как говорят, что нет будущего без прошлого, мы начали свой путь в публичной компании в 2022 году, и наша первая конференция – это была Сибонс. Никто о нас не знал, никто не понимал, что это за бизнес, но уже в мае 2023 года, когда мы приехали на конференцию опять же в Сибонс сюда, в Питер, многие участники подходили и говорили о том, что стали нашими клиентами и, собственно, отмечали высокий сервис на наших автозаправочных комплексах. Собственно, возвращаясь к вопросам, Наталья, по поводу, оправдан ли такой инновационный подход, мне кажется, абсолютно оправдан. И подтверждение тому, это что наше IPO стало самым крупным IPO 2023 года. Собственно, по поводу Боярского, я так люблю этот вопрос. Спасибо огромное Боярскому, очередное от нашей компании, потому что запоминающаяся реклама с масштабной личностью – это, конечно, синергия, которая она как минимум дает узнаваемость бренда, а как максимум – это привлечение клиентов. Собственно, оферта на автозаправках – это тоже наше такое ноу-хау. Но учитывая, что мы в рознице уже 26 лет, и, собственно, мы знаем своих клиентов, и они знают нас, а это главное, и, собственно, доверяют, то этот индивидуальный подход, он был оценен нашими клиентами. А, собственно, мне кажется, это не только на рынке ценных бумаг, когда индивидуальный подход к человеку, он сразу как-то и проникается. Собственно, у нас была развернута горячая линия на период биржевого и небиржевого размещения, и она до сих пор функционирует, потому что до сих пор люди обращаются с различными вопросами, начиная от «когда ждать ближайшее выступление генерального директора», который сегодня все ждут, кстати, заканчивая тем, как технически перевести ценные бумаги из регистратора на брокерский счет. Если позволите, я чуть-чуть напомню, кто мы, потому что очень распространено мнение, что трасса – это только автозаправочные комплексы, но нет. У нас помимо 55 автозаправочных комплексов в активах есть нефтебаза, есть завод по производству стеклоомывающей жидкости под собственным брендом, есть своя фабрика-кухня, то есть вся выпечка, которая у нас на автозаправках, это все собственного производства. Соответственно, наше такое перспективное направление, которое активно сейчас развивается, это мы создаем
инфраструктуру для электрозарядных, для электромобилей. Собственно, сейчас у нас уже 22 объекта, 22 электрозаправочных станции в Москве и Московской области. Отличаемся мы от обычных розеток тем, что у нас быстрые, у нас можно зарядить свой электрокар за 20 минут, при этом выпить чашечку кофе с выпечкой. Ну, собственно, по цифрам я чуть-чуть позже сейчас вернусь. Давайте перейдем непосредственно к нашему размещению. IPO наше было длительное, нестандартное. Значит, длилось оно 5 месяцев, с 20 июня по 20 ноября. Оно было разбито на внебиржевое размещение и биржевое. Собственно, цена была сразу установлена в июне. Она была определена как 250 рублей за одну акцию. У нас было премправо на 1,2 миллиарда. Собственно, общий размер IPO у нас 13,3. Участие у нас приняли, как я и сказала, да, в начале о том, что это клиенты, плавно перетекающие в акционеры, более 20 тысяч физических лиц. Ну и начало торгов у нас 21 ноября, первый котировальный уровень, мы сразу замахнулись. Ну и, собственно, кредитный рейтинг от рейтингового агентства Акра, который был впервые присвоен в 2022 году и был подтвержден у нас в 2023 году, а минус прогноз стабильный. Собственно, теперь про цифры. Это тот результат, это что мы говорим, как жизнь после IPO, она есть. И основное это, наверное, то, что нужно, как это, то, что обещали, то нужно исполнять. Собственно, вы видите слева в таблице, это наши фактические показатели 2023 года, все раскрыто на Интерфаксе, и наши планы. Соответственно, фактические показатели значительно превышают планы. Одна из причин это то, что мы прогнозируем, планируем, исходя из консервативного сценария, но по факту получилось даже лучше. Собственно, нам удалось увеличить выручку, увеличить EBITDA. Мы планируем дивиденды к выплате, то есть тоже будет доходность выше, чем мы прогнозировали и говорили на разных мероприятиях. Активы компании значительно увеличились. Ну и, собственно, то, что, к чему мы стремились, это сократить долговую нагрузку. Вы видите, что показатель долг EBITDA в 2021 году это было более 6, а сейчас мы пришли к 3. То есть что обещали, то и сделали. Ну, собственно, учитывая, что мы здесь, нас не так много, но мы близки, я с вами готова поделиться инсайдерской информацией. В ближайшее время мы презентуем новую компанию, которая войдет в периметр группы, и она будет заниматься IT-разработками, и основное направление – это будет топливный интегратор. Почему? Потому что топливная карта нашей компании, она принимается не только на наших заправках, но и на более чем 8 тысячах АЗК по всей России. То есть нашей топливной картой можно заправиться везде, но и даже на территории Беларуси и Казахстана. Ну, собственно, возвращаясь к вопросам по поводу ликвидности, бумага достаточно ликвидная, на мой взгляд, это все видим. Она очень обсуждаема во всех телеграм-каналах, это очень радует. Собственно, цена волатильна, но мы ждем в ближайшее время объявления дивидендов. Я думаю, что опять мы покорим вершины. Ну вот, спасибо за внимание. Да, Екатерина, спасибо. То есть я хочу задать вопрос. Несмотря на то, что акции продавались на заправках, это, ну, вау, это очень нестандартный был подход. И на самом деле компания привлекла на рынок десятки тысяч новых акционеров, которые не являлись клиентами ни одной из брокерских компаний или УК. То есть компания открыла для рынка новый пласт потенциальных игроков. То есть, несмотря на то, что это были люди, у которых сначала не было брокерских счетов, после участия в вашей сделке они открыли брокерские счета, да? Да, действительно так. Поэтому я вот, когда говорила про горячую линию, действительно у нас были развернуты офисы. Помимо того, что у нас специально были обученные люди на автозаправках, которые прошли обучение, не все его прошли, но те, кто прошли, они достаточно много времени уделяли тому, что, опять же, клиент приезжает, он действительно не имеет брокерский счет. Мы ему рассказываем, что у нас сейчас идет небиржевое размещение. Он спрашивает, что для этого нужно. Мы ему говорим, он говорит, нет, это все очень сложно. Собственно, мы вас сопроводим. Мы сопровождали клиентов, они открывали, собственно, ну, я думаю, что да, мы внесли свой вклад к тому, что увеличилось число клиентов и у брокеров, да. А это правда, что у вас кто-то, заправляясь, купил достаточно большой пакет ценных бумаг? Правда.
ну, байка такая ходит на рынке, что по ней получилось. Нет, действительно правда, и не один человек, один, по-моему, даже, если я не ошибаюсь, но попробую не ошибиться, есть достаточно легендарная личность, как Коган Евгений Борисович, он даже у себя на телеграм-канале выставлял, что он приехал заправиться и поучаствовал в небиржевом размещении. Я, честно говоря, не помню, на какую сумму, но это факт. Понятно. Да, я хотела обратить внимание всех участников панели то, что это очень хороший кейс, когда преимущества модели твоего бизнеса B2C, они помогают тебе не только в бизнесе, в коммерческом, но и помогают в управлении капиталом. И в связи с этим я бы хотела задать вопрос нашему следующему участнику панели. Это компания, которая является эмитентом облигаций, эмитентом биржевых облигаций. Это очень активно растущая компания с хорошими показателями. Говорю я о компании всеинструменты.ру и хотел задать вопрос Олегу Безумову, финансовому директору компании. Ну вот, мы сейчас проговорили про IPO здесь, про IPO там, а вообще как считаете, такой компании, как вы, хорошо растущей, с хорошими показателями, нужен ли публичный рынок такой компании, как вы? Вот что можете, и если да, то какая может быть у вас мотивация там вообще оказаться, если когда-либо такое будет? Да, спасибо, Наталья, всех приветствую. Сначала подтвержду тезис, что мы быстро растем, потом там, пройдусь по презентации и отвечу как раз на вопрос. Если рассказать про компанию всеинструменты.ру, то компания крупнейший игрок на российском онлайн-рынке DIY. DIY — это do it yourself, то есть сделай сам все для дома, стройки, ремонта и дачи. Мы играем на таком крупном рынке. Это рынок 7 триллионов рублей. Он растет опережающими темпами. Его онлайн-сегмент растет под 30% каждый год. И мы занимаем вот лидирующую позицию на онлайн-сегменте. У нас такая модель, она клиент-ориентированная. Мы фокусируемся на то, во-первых, чтобы вы упомянули про B2C. На самом деле у нас больше фокус на B2B. Вот, у нас 63% доли выручки – это B2B. То есть малый и средний бизнес – это наш ключевой клиент. И ну, при этом там 37% – это B2C-сегмент. И мы стараемся давать такое уникальное ценностное предложение нашим клиентам. То есть, во-первых, это широкая полка товаров все для дома, стройки, ремонта и дачи. Это 1,5 миллиона товаров для продаж, да, там 1,5 миллиона уникальных SKU. То есть для понимания, там, если там, житель, например, Екатеринбурга возьмет и купит у нас товар, то он окажется, там, во-первых, у каждого жителя этот товар, во-вторых, еще у каждого жителя разный. Да. Вот настолько широкая полка именно в нашем сегменте. И там, благодаря еще инфраструктуре, которую мы выстроили, про которую расскажу чуть позднее, у нас активная такая клиентская база, она уже широкая, это 4-6 миллионов клиентов. Она у нас растет, и в самое такое главное, что внутри B2B-сегмента есть такая привлекательная юнит-экономика, и она улучшается со временем. Третье, вот то, что видно на слайде слева, мы выстроили такую мощную инфраструктуру. Во-первых, ну, скажу такой один тезис, который дает понимание наших масштабов. Там сайт компании всеинструменты.ру – это номер 2 сайт в мире по трафику в категории «дом и сад». То есть первое – это Home Depot. Я думаю, многие знают, да, это там лидер на рынке в США и в мире. А второе – занимаем мы. И помимо там, IT, инфраструктура у нас мощная логистическая платформа. То есть мы представлены в каждом четвертом городе России. У нас сеть ПВЗ, то есть пунктов выдачи заказов, это более 1000. Как раз хотел спросить, кто, поднимите руку, кто хоть раз делал заказ у нас, заходил в ПВЗ. Так, есть клиенты. Ну, во-первых, спасибо тем, кто это делал. А тем, кто еще не делал, я вам завидую, потому что вы можете впервые ощутить на себе наш клиентский опыт и клиентский сервис, на котором мы фокусируемся. Я уверен, что после презентации вы заметите наши красные эмблемы и машины, и ПВЗ на улицах.
И все это приводит к такому, ну, сильному, твердому финансовому результату. Как видно, там внизу справа у нас объем 133 миллиарда рублей в том году без НДС. Мы растем более 50%, как раз подтверждая тезис, про который, Наталья, вы сказали. И растем давно, да, по таким темпам. И там достигли двузначного значения миллиарда рублей по EBITDA, 10 миллиардов рублей. И что важно еще там, про масштаб сказать, мы как раз не избавляемся от людей. У нас работает 10 тысяч командных игроков, поэтому это тоже одна из наших ключевых, она как раз помогает строить нашу инфраструктуру. Если чуть подробнее взглянуть на показатели, то что главное и радует глаз, это то, что, во-первых, EBITDA растет быстрее выручки, а чистая прибыль растет быстрее EBITDA. Я думаю, любому там инвестору, потенциальному акционеру, там, держателю облигаций это интересно. И про такую улучшающую юнит-экономику. У нас в B2B там средний чек в 5 раз выше, чем в B2C. И клиент, проходя такой клиентский опыт, хочет возвращаться к нам. И это мы видим через количество заказов. Это вот внизу справа посередине, да, они растут по 50% ежегодно. Что, то есть я уже упомянул, там, с точки зрения ПВЗ это более 1000, да, это самая широкая сеть в стране по именно нашему сегменту DIY. Но при этом мы искренне гордимся, что мы не только номер один в стране, но на самом деле и на международной арене. То есть если взять наш бизнес электронной коммерции и взять игроков, которые работают по модели 1P, то есть покупают у поставщика и перепродают, то есть не по комиссионной модели, как маркетплейсы, и взять вот эту комбинацию темпов роста выручки и рентабельности, да, то есть с темпом роста более 50% и рентабельности EBITDA более 7%, да, мы номер один игрок в мире. То есть больше таких, ну, если кто найдет, просьба мне сказать, мы много шерстили, не нашли пока. Либо там выручка заваливается, либо EBITDA заваливается, обычно в секторе электронной коммерции. И еще важно, так как в любом случае C-Bonds — это конференция про, в первую очередь, наверное, бонс, облигации. С точки зрения облигаций мы на рынке давно. У нас недавно прошел 5-й выпуск в декабре. Там, при этом у нас такая умеренная нагрузка. Чистый долг к EBITDA по МСФО — это около 2, но при этом она включает аренду. Да, чистый финансовый долг — это примерно к 1. И для нас там от 0,5 до 1 — это вот такое оптимальное значение. И так несколько слов про то, как мы пришли к лидерству. То есть 18 лет назад компания родилась. Родилась благодаря тому, что студенты физтеха сделали первый заказ. Там. Стипендии 100 рублей. Да, 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 кстати, вот стипендии хватило, да, сделать заказ Makita. Студенческие скамьи там, потом доставили после этого заказ. Так родилась компания. И там видно на картинке там первый склад, первый магазин, общежитие МФТИ. Далее там следующая пятилетка — это будет развитие в регионы. После Москвы мы пошли в регионы. Следующая пятилетка — мы сделали такое судьбоносное решение как раз с фокусом на B2B. Да, поняли, что надо фокусироваться туда. И такая крайняя пятилетка, в которой мы сейчас, это уже такой эффект масштаба. То есть видно вот это на красной линии, что у нас такой близко к экспоненте рост. Мы уже лидер в нашем сегменте. Там 3 года назад мы подписали самый крупный склад в Московской области. Это 188 тысяч квадратов, склад Домодедово. Примерно, для понимания масштабов, это там примерно 20 футбольных полей. Да, вот когда на Лужниках вы будете выступать, вот примерно в 20 раз Лужников, вот это наш склад. И мы сфокусируемся на том, чтобы инвестировать в IT-инфраструктуру, да, микросервисы. Для кратного роста электронной коммерции это просто обязательно.
И такой слайд на подтверждение с точки зрения нашего фокуса онлайн, что мы лидеры в онлайн по сравнению с другими игроками на рынке DIY, как в процентном соотношении, так и в абсолюте мы там впереди других игроков и кратно впереди. Мы к этому лидерству пришли хоть постепенно, на самом деле, стремительно. Вот видно справа, что мы в 10 раз выросли за последние там, 6 лет. Поднялись на 7 строчек в рейтинге, и мы уже лидер в онлайне, но там, у нас точно есть амбиции стать лидером на общем рынке DIY, обогнать игрока номер один Leroy. Это кратко про компанию. В целом, если говорить, зачем потенциально да, там, компаниям, которые быстро растут, идти на публичный рынок, но здесь ну, вспоминаю свой предыдущий опыт, там, раньше я работал в Goldman Sachs в Лондоне, смотрел на эти все IPO, да, и там было да, две четкие модели, то есть первое это когда компания так, на выживание, так сказать, идет на рынок, и, кстати, в России есть такие примеры, раньше были, может и сейчас, и без IPO компания могла не выжить, да, то есть не подняли это финансирование, не хватило денег и так далее. Ну, модель очень, конечно, такая рисковая, на адреналине, но, наверное, вряд ли она в долгосроке верная, да. И вторая модель — это когда компания ну, развивается на собственные деньги. Здесь, ну, например, в какой-то момент акционеры компании текущие понимают, что надо создать вот этот момент ликвидности как для текущих акционеров, менеджмента, новых инвесторов. Понятно, что как-то быстрорастущий, чем дольше ты это ждешь, тем как бы стоимость должна быть больше. Но в какой-то момент вот эту сакральную жертву ее надо сделать, чтобы все были в одной лодке и работали над созданием стоимости компании. Там, я думаю, там в нашем случае более привлекательна как раз вторая версия, но пока там планов на сегодня и решений не принято. Ну, а вообще акции менеджмент владеет акциями или все принадлежит только фаундерам? Владеет, есть договоренность, да, поэтому менеджмент как раз и заточен на то, чтобы делать результат не только на там, краткий промежуток времени, да, но на долгосрок, потому что в этом плане все понимают, это действительно в одной лодке тогда, и ты работаешь и на клиента, и на себя, и создаешь дополнительную пользу. Ну окей, ну будем надеяться, что когда-нибудь и у инвесторов с другого рынка, не только с рынка облигаций, когда-нибудь, может быть, появится возможность присоединиться к вашему успеху. А вам я желаю успеха в таком... Нет, темпы просто, конечно, зашкаливают, но, наверное, они оправданы. Наверное, они оправданы. А... Окей. Тогда пока только в облигациях. Я помню первый диалог с вами еще в 2021 году. Вот. Компания была намного меньше, как вы понимаете, на цифрах это было видно. Но все те обещания, которые компания давала по своим направлениям развития, по своей стратегии, вот спустя 3 года, ну, я вижу, что они все реализуются. Поэтому успеха вам. Спасибо. Хотела, значит, мы поговорили по такую экономику, такая, которая на земле. Торговые центры, заправки, дороги, do it yourself, строительство. Но хочется чего-то более такого современного, продвинутого. Вот. Есть ли у нас такие новые, как сказать, ну вот, короче, биотех, да, вот биотех, модное слово, тем более, что у нас есть компания с словом биотех в своем названии. Вот биотех на российском рынке. Это вообще, ну, что это за зверь такой вообще, в общем, откуда он взялся, куда он идет, по какой тропинке он идет. Я хотела поговорить, задать вопрос Сергею Масюку. Сергей Масюк, генеральный директор компании как раз ArtGen, тот самый биотех. Компания на самом деле на рынке уже много лет, ну, как минимум несколько лет представлена компания, наверное, несколькими именами, известными или не очень. Но вопрос к вам, Сергей, что в целом можно сказать о сегменте биотехнологий в России, ну если серьезно, да, куда развивается этот сегмент. Я когда готовилась, загуглила биотех в России. Ну, не могу сказать, что первая выдача была очень подробная. Ну, то есть 2 поисковые странички мне выдало. Ну, в общем, там
10-15 имен. И вопрос, есть ли у нас или появятся ли у нас свои модерны. Вот, и вообще, какой потенциал сектора биотехнологий в России вы видите и наблюдаете? И что получит инвестор, ну, что получает инвестор, когда он вкладывается в российский публичный биотех? Спасибо, Наталья. Как-то начало такое, что такое биотех, есть ли у нас биотех, это вообще законно. Вот. И будут ли у нас свои модерны? Ну, на мой взгляд, у нас уже есть три модерны. И если посмотреть внимательно на компанию Moderna, то до 2020 года, там, в отличие от нашей компании, если брать на текущий момент, у Moderna до 2020 года были чистые убытки. И только с момента пандемии она могла раскрыться, показать свой пайплайн, который был, слава богу, заточен под лечение инфекционных заболеваний. Она там до этого лечила другие инфекционные заболевания. Но компании очень повезло, то, что у нее, собственно, на полке были те разработки, которые понадобились рынку. У нас три публичные компании. Они находятся на достаточно продвинутых фазах. Они являются компаниями с выручкой. Некоторые из них платят дивиденды, ну а остальную прибыль реинвестируют, соответственно, в дальнейшие разработки. Итак, что такое Artgen Biotech? Artgen Biotech — это публичная биотехнологическая компания с портфелем разработок, которые разрабатываются и внедряются в практическое здравоохранение. Это лекарственные препараты, медицинские изделия, которые применяются врачами в тех направлениях, где либо нет лечения, либо лечение неэффективно. То есть мы работаем над тем, чтобы создать первые в классе препараты, ну или там, где есть лечение, это будет там препараты best in class, что называется. Действительно, у нас достаточно длительная история. Мы начинали с 2003 года, и за этот период мы создали крупнейший банк стволовых клеток в Российской Федерации, это Гемобанк. Мы создали первый генотерапевтический препарат в России, препарат NeoSculGen. Мы создали первый генактивированный матрикс в России. Это те продукты, которые являются первыми в классе, и у них даже на мировом уровне нет конкурентов. Также у нас крупнейший банк репродуктивных клеток и тканей. И вот в прошлом году мы выделили наше направление, связанное с генетикой, в публичное поле. Компания «Генетика» вышла на IPO, и также в прошлом году мы проводили pre-IPO нашего вакцинного направления, также занялись вакцинами, и сейчас сформировали свой портфель вакцин нового поколения. Что же такое биотех и почему он может быть интересен? Бизнес-модель в биотехе, она очень сильно отличается от модели в системе здравоохранения в общем и в целом. Если модель здравоохранения предполагает достаточно быстрые сроки на окупаемость, да, выхода на окупаемость, то есть если мы берем аптеку или мы берем фармацевтическое предприятие, или мы берем какую-то клинику, да, то там аптека 6 месяцев, мы открыли, получили лицензию и, в принципе, начинаем выходить уже на какой-то денежный поток. Клиника чуть дольше, год-два, набрали персонал и тоже начали зарабатывать деньги. Но тут мы выходим в достаточно конкурентный рынок. Аптек много, клиник много, и у них свои сложности, большая конкуренция и, как следствие, достаточно низкая маржинальность. В биотехе ситуация другая. Разработки идут достаточно длительное время, от 5 до 15 лет, и нам очень сильно мешают там этапы клинических исследований, на которые мы должны доказать безопасность, самое главное, эффективность препарата. Но после того, как мы зарегистрировали свой препарат, вот эта вся регуляторика начинает действовать на нас, работает на нас, потому что нашим конкурентам приходится проходить все те фазы клинических исследований, которые пришли мы. И для них наш препарат является препаратом сравнения. И они должны доказать регулятору, что их препарат является более эффективным или более безопасным. Поэтому тут я даже не говорю про патентную защиту, которая в фарме действует порядка 20 лет, и которую можно еще на 10 лет, в общем-то, продлить. Поэтому после того, как мы зарегистрировали свой продукт, мы выходим, в общем-то, в голубой океан и начинаем в нем ловить рыбу. Вот так в целом выглядит модель и подход к оценке биотехнологической компании. Это там наиболее общая модель с коэффициентом дисконтирования. На что надо обратить внимание, что компания, когда разрабатывает какой-то продукт, на начальных стадиях он, в принципе, ничего не стоит. Но после прохождения
первой, второй фазы, третьей фазы клинических исследований, коэффициент дисконтирования, то, что препарат не выйдет на рынок, он начинает резко сокращаться. Препарат получает регистрационное удостоверение, начинает выходить на рынок, и он начинает переоцениваться, компания начинает переоцениваться. Именно поэтому биотехнологические компании, они больше зависят от новостных потоков, соответственно, их оценка зависит от новостей, больше, чем от их финансовых показателей, потому что очень часто бывает, что компания показывает некий убыток, но после того, как компания разработала препарат для лечения какого-то серьезного заболевания, за которым стоит огромный рынок, после этого, как правило, идет молниеносная переоценка компании, и компания растет в росте. Наша особенность заключается в том, что у нас несколько компаний, которые находятся на разных этапах такого развития. То есть у нас достаточно диверсифицированный портфель, у нас есть и компании, которые находятся на уровне идей, и компании, которые находятся уже в рынке. Какая наша цель? Сейчас мы работаем на рынке объемом 10-12 миллиардов рублей. Но если мы расширим показания на те препараты, которые мы уже зарегистрировали, и зарегистрируем те препараты, которые находятся на продвинутых стадиях клинических исследований, то есть находятся достаточно близко к рынку, то объем рынка, на котором мы сможем работать, будет составлять порядка 137 миллиардов. И в этой модели мы не учитываем зарубежные рынки, и мы не учитываем те наши продукты и стартапы, которые мы сейчас оценим практически в ноль. То есть там, где у нас идет создание прототипа продукта. Почему биотех, в принципе, интересен миру? Как раз таки из-за вот этих достаточно хороших темпов роста. И вот в США в 2021-2022 году на IPO вышло порядка 126 биотехнологических компаний. Это компании, которые были либо с монопродуктом, часть из них были с монопродуктом, то есть одна компания, один препарат. Это компании, которые были на разных стадиях, и компании, которые были с несколькими продуктами. Мы как раз таки очень сильно отличаемся, потому что у нас в компании достаточно много продуктов и очень широкий пайплайн. Кто инвестирует в эти компании? Вот на этом слайде представлены часть фондов управляющих компаний, которые управляют активами объемом порядка 3 триллионов долларов. И часть своих активов они как раз инвестируют в биотехнологические компании, диверсифицируя свой портфель. И, в общем-то, зачем они это делают? Темп роста ВВП в мире порядка 3%. В развитых государствах, а все развитые государства у нас в мире, они являются, по сути дела, социальными государствами. То есть они очень много тратят денег на поддержку здравоохранения, и поддержка здравоохранения растет гораздо большими темпами. Мы в своей бизнес-модели выбрали те направления, которые растут еще большими темпами. Это генная терапия, генетическое тестирование, репродуктивные услуги, и мы стараемся, соответственно, работать в этом направлении. Что хотелось сейчас сказать. В 2009 году мы провели первое IPO, тогда оценка компании была 700 миллионов, привлекли 150 миллионов, выручка у нас была порядка 150 миллионов, но тогда в пайплайне у нас было 3 продукта, из них 2 мы довели до рынка. Сейчас оценка компании порядка 10 миллиардов, выручка 1,3 миллиарда, но в пайплайне уже порядка 43 продуктов, и мы предполагаем, что мы сможем их довести до рынка и, соответственно, выйти на те показатели, о которых я говорил. Также хотел сказать определенные особенности про наш рынок. Вот утром рассказывали про черных лебедей, риски, которые могут возникнуть. Еще раз повторюсь, рынок здравоохранения на самом деле является определенным защитным активом сейчас. Почему? Потому что если мы ретроспективно посмотрим, у нас в России, да и в принципе в других странах развитых, несмотря ни на какие экономические кризисы, расходы здравоохранения никогда не падали. Они всегда только наращивались, как правило. Различными темпами, меньше или больше, но они всегда росли. Это с одной стороны. С другой стороны, мы очень хорошо отличаемся от других компаний и по другим параметрам. Ну, например, вот сейчас там черный лебедь. Повысит ли налог на прибыль с 20 до 25%? Мы не платим налог на прибыль, потому что государство поддерживает медицинские компании, потому что часть наших компаний… Потому что часть компаний, соответственно, у нас является сколковскими резидентами, и также мы не платим налог на прибыль. Вот. И завершая, хочу сказать, многие говорят, конечно, что биотех – это сложно, вот. Но в 2009 году, когда у нас была такая ситуация, это было не просто сложно, это было очень сложно.
инвестировать в такую компанию. Сейчас компания выглядит уже немножко по-другому, поэтому я призываю фонды рассмотреть возможность также диверсифицировать инвестиции своих активов в биотех. Спасибо. Да, спасибо, Сергей. Ну окей, у нас еще есть сегодня несколько эмитентов на панели, поговорим еще по этому вопросу. Да, когда был красивый слайд с именами национальных инвесторов, я ждала следующий слайд с именами российских национальных инвесторов, не дождалась. А, впереди. А, хотела поговорить про то, как компании на рынке существуют, компания вышла на рынок equity и привлекла миноритарных инвесторов. Вот я уже представляла вам Юлия Мариничева, директор по связям с инвесторами компании Power Positive, компания, которая во многом тоже свое, ну, какой-то бенчмарк для новых эмитентов, там, ну, как говорится, пионеров новой волны российского фондового рынка с точки зрения своей открытости и коммуникации с рынком. Но какое-то время назад компания удивила своих миноритарных инвесторов. Не знаю, удивила хорошо или плохо, и я поэтому попыталась компанию «Позитив» или там, задать вопрос Юре через призму «Миноритарные акционеры для компании – это поматросил и бросил, да, или же это на всю жизнь?» А я говорю, конечно, о вашей новости про LTI, про то, что вы будете мотивировать сотрудников через серию доп. Эмиссий, и вопрос, насколько рынок это воспринял, не воспринял, и вообще, как вот интегрировать LTI, я задавала вопросы Олегу до этого, менеджмент в компании или нет, насколько вообще это LTI интегрирован в общую стратегию управления ожиданиями инвесторов. Вот, и вообще, Юр, ну, вопрос конкретно к тебе, это действительно вы успешная компания, как вы можете удерживать такой пристальный интерес к себе на протяжении вот последовательных, ну как минимум 3 лет уже? Наталья, спасибо большое. Добрый вечер всем, кто дождался последней сессии и последней части. Фактически, пока коллеги передадут кликеры, если можно, я бы, наверное, пояснил, почему у нас здесь такой космонавт нарисован на заставке нашей презентации. Ну, наверное, как бы, спасибо большое. Наверное, с самого начала нашего присутствия на фондовом рынке в плане эмитента пока еще облигации, потом по подготовке к размещению акций и после выхода в качестве эмитента акций, действительно нас многие воспринимали как такого космонавта, который там летит какую-то даль, где еще черные неизведанные пространства и галактики, но мы в принципе этого не боялись. И вот сегодня действительно мы говорим про то, что наша компания показывает тоже впечатляющие двухзначные темпы роста. Но что важно для нас и для менеджмента компании, и для наших акционеров, конечно же, то, что это все поддерживается и котировками акций компании. Действительно, вот история, которая связана была с дополнительной эмиссией акций, на самом деле идет очень давно. Еще до размещения наших акций на бирже в 2021 году основатель компании Юрий Максимов и другие наши топ-менеджеры говорили, что в компании такая практика есть, она будет применяться в дальнейшем. Поясню, как это было в принципе на горизонте даже не одного-двух лет, там, да, а более длительной перспективы. Изначально у компании было 3 основателя, 3 человека, которые владели по сути там, по 33% акций в компании. Ну и потом, когда компания начинала развиваться, в ней уже были крутые реальные эксперты, которые были действительно приглашены в компанию, чтобы развивать продукты мирового уровня. И как показало потом время, действительно это были такие прорывные решения. По мере этого наши ключевые основатели, акционеры начали делиться своими акциями для того, чтобы эти менеджеры были мотивированы. Да, эти разработчики, крутые умы, которые действительно чувствовали свою сопричастность и результат не только в поступлении заработной платы 2 раза в месяц на банковскую карту, но и действительно то, что они делают что-то частичку для себя, которое потом отдастся им с лихвой. Ну и когда компания выходила на биржу в качестве эмитента акций в декабре 2021 года, мы выходили в режиме прямого листинга. И напомню коротко, что это было через вознаграждение всех сотрудников компании акциями. 1200 человек, кто работал в компании в тот момент, все абсолютно до единого получили акции в качестве вознаграждения. И еще 200 человек, которые в компании уже не работали, также были вознаграждены за свои заслуги, которые позволили компании быстро расти. Ну и сейчас мы как раз вот с этого момента, прошло 2,5 года,
Компания увеличилась в штате более чем в два раза. Сегодня у нас 2500 человек. Даже если посмотреть на темпы роста нашего бизнеса, мы видим то, что у нас стратегия близка к удвоению каждый год по объему нашего бизнеса, высокая маржинальность. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы это отражалось и в котировках наших акций. Что показывает этот график? Действительно то, что наши акции поддерживают это движение. Если бы вот не одна точка в октябре 2023 года, когда мы рассказали в ночь широкой аудитории инвесторов про планы дополнительной эмиссии. Ну, действительно, для инвесторов слово доп. Эмиссия сразу это красный флаг. Это не разбираясь и не прочитав детали, которые в принципе на тот момент мы даже и не дали, мы рассказали, что она в будущем планируется, и по сути повторили то, что компания уже неоднократно говорила. Но, конечно, к этому моменту у компании было там под 200 тысяч инвесторов. Это были новые люди, которые с компанией, может быть, не так знакомы, не слышали этого. И, конечно, рынок отреагировал очень серьезно. У нас видно, что снижение котировок было там порядка 20% примерно на сумму доп. Эмиссии, которая и предполагалась в тот момент и была озвучена. Но рынок на самом деле очень быстро как бы начал отыгрывать в обратную сторону. Более того, мы сделали необходимые пояснения и выводы из этой ситуации. Мы, как компания, которая в принципе стремится слушать инвесторов и быть к ним максимально доброжелательно настроена, мы послушали инвесторов, уменьшили объем доп. Эмиссии, конкретизировали его, рассказали, что будет в этом году, и после этого цена акции вновь выстроилась в эту линию. Если посмотреть, в принципе, то линия, она достаточно прямая и идет вверх. Ну и тем самым сегодня мы вот находимся на конференции Invest Funds. Сегодня стоимость акции, вот я не успел это обновить, она сегодня уже 3110 рублей. Год назад в этом же зале мы рассказывали про нашу компанию и наблюдали стоимость акций на уровне 1710 рублей. У некоторых экспертов панели были скептические настроения в плане того, что рост уже себя отыграл и перспектив роста нет. Но вот передаем привет, рассказываем то, что рост действительно был возможен. Что мы дальше планируем? По этому году мы также таргетируем рост нашего бизнеса на уровне 50, 60, 80 и до 100% по разным показателям. Наш ключевой показатель отгрузки планируем увеличить с 25 до 40-50 миллиардов рублей, ну и сохранить высокую маржинальность. Про дополнительную эмиссию, да, действительно, я уже сказал, что часть нашей стратегии по работе с капиталом и с нашими инвесторами, действительно, мы стремимся к тому, чтобы инвесторы заранее знали то, что будет компания делать, какие шаги будет предпринимать. Да, вот тут Екатерина поделилась инсайдом про свою компанию, да, вот мы стремимся делиться с широкой аудиторией тоже нашими планами, чтобы инвесторы понимали, да, что там через полгода их ждет дополнительная эмиссия, а не то, что они накануне вечером в 19:59 увидели в Интерфаксе информацию о старте доп. Эмиссии, и с утра уже процесс пошел. Как бы мы стремимся делать совершенно по-другому. Ну и действительно, как бы эта доп. Эмиссия, она как раз и отвечает на второй вопрос про мотивацию людей тоже. Это единственная цель доп. Эмиссии в этом году, и мы планируем то, что действительно эти акции будут распределены между теми, кто реально делает вклад в развитие бизнеса компании. Поверьте, есть большое количество драйверов роста бизнеса, которые позволят компании расти такими темпами и дальше. Ну, естественно, еще расскажу пару слайдов про то, как мы работаем с нашими инвесторами, почему компания до сих пор является для них привлекательной. Ведь если подумать, то что у нас было достаточно большое количество инвесторов на старте, но количество их увеличилось и в дальнейшем. Я покажу это дальше. Казалось бы, что у инвесторов появляется много интересных идей, выходят новые компании, которые сегодня здесь тоже на панели присутствуют. У инвесторов может быть соблазн, там вы заработали на позитиве 300-400%, ну давайте зафиксируемся и пойдем в другое размещение. Но нет, количество инвесторов растет и дальше. Почему это происходит? Конечно, компания растущая на растущем рынке. Компания растет вдвое выше темпами, чем растет сам рынок. И компания выходит на международные рынки для того, чтобы сделать новый буст своему бизнесу. Компания является таким, наверное, исключением. Мы, наверное, были одним из первых эмитентов, кто начал с того, что рассказал про выплату дивидендов, которая будет регулярной. Для инвесторов это было открытием, что технологическая компания из IT-сектора платит дивиденды. Вот здесь представлено, что мы уже за последние три года выплатили дивиденды 7 раз. Вот следующая выплата будет там буквально на днях. И действительно, наши инвесторы видят абсолютную прозрачность в этом направлении, поскольку мы даем цифру в отчетности компании, НИК – это чистая прибыль после учета наших расходов на разработку, которую мы капитализируем, и 100% этого показателя мы стремимся направлять на дивиденды. По див-политике 50-100, но стремимся до 100%, вот в этом году уже заплатили 75%.
И инвесторы действительно видят то, что у нас с ними общие цели. Компания растет и развивается. Такие же цели есть у нашего менеджмента, у наших акционеров, у наших розничных инвесторов и фондов. Безусловно, мы видим и внимание фондов очень серьезное после вхождения компании в основной индекс Московской биржи, то, что случилось в сентябре прошлого года. И первый котировальный список тоже, конечно, это повлиял. Почему еще интересно иметь общие цели инвесторам и компании? Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы бизнес был растущим, масштабируемым и действительно привлекал сильную и крутую команду, был прибыльным и компания выплачивала дивиденды. У нас все это есть. И действительно, сейчас вот история с дополнительной эмиссией, мы смогли ее объяснить, рассказать рынку, то, что она нужна реально для того, чтобы привлечь на самом деле лучшие кадры не только в России, но и за рубежом, которые привыкли к тому, что они действительно мы замотивированы большим количеством инструментов, в том числе и LTI-программой. И у нас, конечно, мы считаем, что это будет реально таким прорывным эффектом, поскольку сейчас уже компания расширилась, я сказал, в два раза. При этом большинство сотрудников все равно являются акционерами. То есть кто не получил акции в 2021 году, например, я не успел на эту программу буквально на месяц, вот, но не получил эти акции. Я покупал сам акции на бирже, там только пришел, посмотрел, классная компания, надо покупать акции. Я прямо вот купил, у меня средняя цена в пакете 800 рублей. Сегодня 300, думаю, как хорошо. Так у меня остальные акции, которые были в просадке после того, как у меня стало мало времени на инвестиции, очень приятно, что позитив это дело все компенсирует. Ну и вот количество инвесторов, конечно, в результате это увеличилось 18 раз за 2 года. И то, что мы еще особенно отмечаем, это рост фрифлоута и увеличение ликвидности. Сегодня уже стабильно среднемесячный объем торгов, если посмотреть там в разбивке на количество торговых дней, ежедневный объем торгов составит около 1 000 000 000 рублей. Ну и, конечно же, у нас тут был уже анонс Лужников, да, я позволю себе сделать небольшой анонс нашего мероприятия. Действительно, мы стараемся делать так, чтобы наши инвесторы могли прикоснуться к компании, сделать так, чтобы наш бизнес был понятен, пообщаться с топ-менеджментом, с основателями компании, с разработчиками, посмотреть на кибербитву настоящих хакеров. И если вдруг завтра вы вернетесь уже в Москву, мы приглашаем вас на это мероприятие, можно будет прийти абсолютно бесплатно, посмотреть на все это своими глазами. Лужники и выходные это будут работать в режиме фестиваля для всей семьи. Будем рады вас видеть, но и, конечно же, в результате этого мы ожидаем приток инвесторов и их рост уверенности в наших перспективах. Отлично. То есть спасибо. Тогда ответ на мой вопрос на всю жизнь, да? Миноритарный инвестор – это на всю жизнь. Конечно. Так, уважаемые коллеги, да, вас приглашают на Positive Hack Days в Лужниках, но напомню, это всего лишь 1/20 того склада, который компания «Все инструменты» арендует в Домодедово. И вопрос размера имеет значение. Крупный, вот я говорила, что мы еще поговорим сегодня про российский биотех. Компании есть в малом, среднем сегменте, есть компании крупные, но вот крупные фармацевтические компании на российском рынке, если они есть, то только в долговом сегменте. Вот я говорю сейчас о компании Promomed, и представляет эту компанию Александр Ефремов, генеральный директор. Вот, Александр, а вам вообще нужен акционерный капитал или не нужен? Ну, может быть, вы хорошо развиваетесь. И вот чем компания крупная, которую уже все знают, может быть, те, кто там, например, ну, как некоторые там с Оземпика переключаются на импортозамещенные препараты, с точки зрения потребителей-то мы вас, может, хорошо знаем, а с точки зрения инвесторов, вот вопрос к вам, в общем, крупные фармкомпании на российском рынке. Что можете про них сказать? Наталья, спасибо за эту возможность. И я искренне благодарен Московской бирже, которую несколько месяцев назад дружеским пинком и приглашением в итоге вывела нас на эту сцену. И я благодарен нашим консультантам, которые помогают наш врачебно-фармацевтический язык перевести на общедоступный. Но если я вдруг буду забываться, вы меня, пожалуйста, переключайте. Итак, Что такое современное фармацевтическое предприятие? Это совсем не то, о чем вы думали или представляли, когда смотрели на эти жухлые желтые упаковочки, которые лежали где-то позади фармацевта глубоко, их было практически не найти. Скажите, пожалуйста, кто из присутствующих в зале знает, что такое Оземпик? Прекрасно, достаточно. Кто из присутствующих в зале знает, но это же инвестиционный продукт. А кто из присутствующих в зале знает о том, что на современной терапии уже,
уже вчера. Больные с некоторыми онкологическими заболеваниями уже живут больше 10 лет, больше 15 лет. И знаете ли вы о том, что упомянутая сегодня Moderna и CEO Moderna совершенно недавно, по-моему, в апреле, сказала о том, что через 5 лет онкологические больные перестанут быть больными, потому что рак будет излечен. Конечно, это такое ведущее и лидерское, и визионерское заявление, но поверьте, сидя находясь в компании Pharmamed, мы в это верим. И верим мы в это вот почему. Если говорить о современной именно инновационной фармацефарме, то мы будем говорить, если позволите, это будет у меня проходить рефреном, то мы будем говорить про океанскую яхту, которая имеет возможность двигаться и под парусами, и на моторном ходу, на каком-то двигателе, которую однозначно уже спустили по рельсам. А что значит по рельсам? Это значит, она точно совершенно идет туда, куда ее нацелили, и которая уже встала на воду. Современное российское фармацевтическое предприятие стоит уже на хорошей воде, а перед ней расстилается голубой океан. По очень простой причине, потому что мы уже выросли из коротких штанишек старой российской фармы. Мы уже давно производим инновационные next-in-class продукты, и мы уже давно производим инновационные продукты. Мы еще вернемся к этому. А вот это фокус на инновации, фокус на разработке, производство полного цикла, дистрибьюция – это то, чем известен Pharmamed на этом рынке. Мы производим инновационные продукты, мы производим инновационные субстанции. Я коротко скажу сейчас про инновационные субстанции, чтобы вы понимали, что это значит принципиально для рынка. На самом деле таких заводов, так как наш, только один, а занимающихся инновационными субстанциями площадок в России всего лишь две. Что такое инновационная субстанция? Как только ты произвел эту субстанцию, у тебя нет конкурентов на этом рынке. Отодвинули, вернулись назад к инновационной продукции. Что такое инновационная продукция? У тебя нет конкурентов, и Сергей достаточно подробно об этом рассказал. И это касается не только биотеха, это точно так же касается химической фармацевтики, которой биохимик, наше базовое предприятие, специализируется достаточно давно и производит продукцию 10 лекарственных форм, столько, сколько необходимо, имея 330 продуктов в регистрации. Мы каждый год произведем то, что нужно в этом году так, чтобы иметь те финансовые показатели, о которых я скажу чуть позже, но которые для нас являются рельсами. Мы на этих рельсах шаг за шагом с помощью наших R&D площадок, с помощью нашего R&D хаба ворвались в современную фармацевтику. Произошло это вчера? Ничего подобного. У меня на днях корреспондент Коммерсанта спрашивал: скажите, пожалуйста, это результат 22 года? Забудьте, в фарме это невозможно. Фарма не переключится overnight на какой-то новый продукт. Все, что мы сегодня говорим про Pharmamed, началось еще в 10-е годы. Мы сделали свой первый инновационный продукт еще в 2011-2012 году. Этот продукт до сих пор в рынке, EBITDA 90+ в процентах. Всякий раз, когда я буду говорить про инновационные продукты и говорить о том, что у нас есть такие продукты, вы должны держать в голове 80+. Это нормально для зарубежной фармы, и мы ничем не хуже. Я тому же корреспонденту сказал: вы сможете ли вы сегодня отличить российский самолет от американского, французского или английского? Невозможно. Почему? Потому что аэродинамика – это всеобщий закон. Современная фарма, инновационная фарма, современное фармацевтическое предприятие в России и за рубежом нас не отличить. Мы движемся по одним и тем же законам, мы пользуемся одной и той же фундаментальной наукой, мы точно так же используем искусственный интеллект, может быть, быстрее, чем наши зарубежные коллеги, потому что мы более быстрые, мы более голодные, мы более заинтересованные, мы двигаемся быстрее. Поэтому продукцию мы получаем не хуже. Возвращаемся на шаг назад. Я только что спрашивал про Оземпик.
Нова Нордиска нет в России. Это результат 2022 года? Ничего подобного. Они технологически не справились. Capacity их завода хватает только на часть Соединенных Штатов. Сегодня новики не поставляют в Данию. Есть дефицит продукции в Дании, в основной стране. Что сделала Россия? Что сделал Промомед? Да, спасибо новикам, мы понимали, куда идти и как, но мы сделали по-другому. Мы не стали разрушать бактерии, которые для них растут и производят Оземпик. Мы сделали твердофазный химический синтез. Мы можем произвести продукта столько, сколько необходимо. Технологически мы можем поставить его столько, сколько необходимо в любую страну мира. Нам единственное, нужно пройти регистрацию в той стране. Мы к этому еще вернемся. В итоге, Промомед на сегодня 78% релевантного рынка в эндокринологии и регуляции веса. Что такое рынок регуляции веса в России? Еще вчера 6 миллиардов. Наш расчет на ближайшие 5 лет показывал 60. С уходом новиков 120. И мы готовы его заполнить. У нас достаточные производственные мощности, у нас хватает экспертизы, у нас в разработке Next in Class следующих поколений, которых в России нет. А мы знаем, как это сделать. Онкология. Я не случайно привел только два продукта, потому что онкология всегда пакетные предложения. Промомед способен предлагать онкологам от базовой химиотерапии до целевой химиотерапии, до биотехнологии. Мы можем работать на оксалиплатине, это достаточно старая химиотерапия, базовая, но у нас своя субстанция, нас не победить. До современных тенибов таргетной терапии, до мабов. И мы смотрим дальше, мы смотрим на конъюгаты, мы смотрим на те продукты, которые будут завтра, и мы с ними уже работаем. Соответственно, инновационные продукты, инновационные технологии – и все конкурентные преимущества компании, которая выросла в жесткой конкуренции в российском рынке, шаг за шагом дают возможность отвоевывать позицию номер один в релевантных рынках. Вопрос, какой релевантный рынок для Промомед? Сегодня 2,4 триллиона рублей. Релевантный рынок для Промомед 2,4 триллиона рублей. Не надо нас пугать тем, что уйдут те или иные иностранные производители. Это прекрасно. Для нас это прекрасно. Мы не боимся работать в масс-маркете фармацевтическом. Мы произведем столько, сколько нужно. Но мы будем зарабатывать на интересных инновационных молекулах. Про ебеду на инновационных молекулах я напоминать не буду. Я думаю, что вы обратили на это внимание. Иначе каким образом наша ебеда была на уровне современных IT-компаний. Да? Вы же сегодня видели все отчеты финансовые. EBITDA прошла. На самом деле она бывает и лучше, если позволите дать такой комментарий. Соответственно, о чем мы говорим? Мы говорим о компании, которая устойчиво стоит на ногах, которая может предложить химический и биотехнологический синтез. Компания, которая по рельсам спустилась, встала на воду и уже пошла в океан, у которой есть современные продукты, инновационные, запатентованные. Это значит, вот туда точно никуда никто не зайдет. А вы слышали, Сергей совершенно правильно сказал, это от 20 плюс лет гарантированного сбыта. В самых маржинальных областях, потому что наши релевантные рынки – это эндокринология, похудание, онкология, неврология, борьба с болью и так далее. Борьба с инфекциями – это вообще наша историческая вотчина. Соответственно, кстати, R&D-центр, фотографии, я не случайно привел эту фотографию на слайде, потому что забудьте о тех съемках, когда вам показывают R&D-центр, колбочки, пробирочки и так далее. Это лаборатория. Настоящая R&D сегодня делается в скафандрах. Реально люди работают в скафандрах. В итоге есть продукты, которые, если нужно стране побеждать пандемию, продукты появляются, это хорошие продукты, это интересные направление деятельности – это прибыльный бизнес.
появляются next in class, потому что мы делаем по-другому, мы пользуемся опытом, мы используем искусственный интеллект, мы технологически более продвинутые. И в конце концов мы делаем disruptive innovations, то, чего не было на нашем рынке или на других рынках. Самое главное, что мы можем и продвигать эти инновации в рынок ближе к больным, лечить то, что до нас не лечили, лечить более эффективно, лечить безопасно. А теперь, почему нам интересны рынки публичного капитала, неважно, как мы сейчас их назовем, а с точки зрения компании для нас это, безусловно, инвестиция в разработки. Это новые молекулы, каждая из которых у нас 150 молекул в разработке, 20 плюс из них инновационных, и они готовы выйти сейчас, они находятся на финальных стадиях. И для нас вопрос, возвращаемся к морской тематике, мы будем делать их последовательно или мы сделаем маневр все разом? Мы, как компания инфраструктурная, готовы сделать маневр все разом. Возможно, для этого нам потребуется какая-то помощь. Публичность для нас – это, безусловно, прозрачность и доверие. Публичность для нас – это точно совершенно точку, через которую мы не сможем пройти для того, чтобы выйти на зарубежные рынки. Потому что там нас ждут и только как публичную компанию, даже до того, как мы начнем первые свои клинические исследования. А у нас есть молекулы, которые мы готовы исследовать, нам нужно просто сделать, да, последовательные шаги, а там рынки гораздо больше, чем рынок России по количеству населения. Есть население, будут болезни, извините, все-таки я доктор по первому образованию. Безусловно, для потенциальных инвесторов, ну, вы знаете это точно, да, что в первой десятке практически любой биржи минимум 3 – это фармацевтические компании. Почему? Потому что стабильно, прозрачно, жестко контролируемо со всех сторон, потому что это государство, это население, это болезни или отсутствие болезней. И, безусловно, это рост, это развитие, это каждый раз новые молекулы. Мы в этом плане снова очень похожи с IT, потому что кто сегодня вспомнит про аспирин? Да? Обернулось колесо, и даже таким простым лекарством найдено дальнейшее развитие. Фармацевтика сейчас меняется со скоростью IT. Правда ведь, Сергей? Такая компания, Наталья. И спасибо, Александр, за возможность выступить. Да, ну мы тут все заслушались. Я, конечно, хочу пожелать всем здоровья, прежде всего не болеть, но точно так же я знаю, что жить мы все будем долго, и рано или поздно мы доживем до всех своих болезней, но к этому моменту у нас уже будут наготове те препараты, которые позволят нам сохранить качество нашей жизни на долгие-долгие годы. А если ко всему этому мы сможем еще и заработать на росте этого бизнеса, на развитии, наверное, это будет такой бесплатный бонус. Уважаемые коллеги, мне не удалось выдержать наш таймлайн, и я, к сожалению, зашла за пределы, поэтому на вопросы и ответы я времени уже не имею, поэтому я хочу от вашего лица поблагодарить всех наших спикеров сегодня на этой панели, и я надеюсь, что наш спид-дейтинг все-таки дал возможность кому-то из вас найти свой интерес и проявить симпатию, к, если не ко всем, то хотя бы к ряду. Я вообще считаю, что ко всем надо проявлять. Вот, тут все хорошие компании, но я думаю, что кто-то из вас точно получил дополнительную информацию для изучения и погружения в инвестиционный кейс наших новых пионеров российского фондового рынка. Спасибо всем большое. Спасибо, Наталья. Понравилось мне сравнение такой панели со спид-дейтингом. В общем, может быть, на следующий год так и назовем, там, спид-дейтинг с эмитентами. На этом деловая часть первого дня конференции подошла к концу, но самое интересное ждет нас впереди. Сейчас уже нас ждут автобусы, которые повезут нас в театр на Литейном. Там сначала будет награждение лучших в номинациях Invest Funds Awards, а затем спектакль, после этого прогулка на корабликах.
в этом году их будет два, потому что нас очень много, на корабликах по рекам и каналам Петербурга. Так что заранее всем отличного вечера и еще раз спасибо участникам последней панели.